Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию частотный преобразователь торговой марки «Hitachi». Здесь представлена моделька для трехфазных электродвигателей под включением 380 серии NES1. Здесь моделька NES1-015HB на 1,5 кВт. Давайте более подробнее рассмотрим, в чем его особенность. Компания «Электромотор». По своим особенностям, данный частотный преобразователь, он идет скалярный. Здесь у него идет более упрощенная моделька. Используется он на вентиляторах, редукторах, насосном оборудовании для исполнения не очень сложных задач. Упрощенная модель в том случае, что здесь у нас присутствует на панельке управления кнопочка для работы, задания параметров. Для того, чтобы сделать более функциональную модель, вы можете отдельно докупить дисплей панель управления, потом выламывается эта пластмассовая вставочка, ставится сюда дисплей, и вы управляете данным частотным преобразователем. Сбоку у нас прописан шильдик, все характеристики и данные. Сзади идет у нас панелька, на какую крепится наш частотный преобразователь, и сам корпус у него идет пластиковый. Здесь защита идет, в принципе, большая по внешним параметрам. Что еще хочу сказать, что если нужно подобрать частотный преобразователь, вы можете всегда обратиться в компанию нашу, к менеджерам, и вам нужно знать несколько задач, то есть где будет устанавливаться, мощность двигателя, напряжение и обязательно ампераж. Вопросом покупки частотных преобразователей торговой марки Hitachi обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».